Топ-5 горизонтальных дегидраторов по цене и качеству. Процесс дегидрации позволяет бесконечно долго хранить овощи и фрукты, а также другие продукты. Из них удаляется вся влага, при этом полезные микроэлементы сохраняются. Потом такие фрукты можно использовать для приготовления компотов или добавлять в блюда. Но высушить фрукты не так просто, как может показаться. Именно для этого предназначен такой аппарат, как дегидратор, лучшие модели которых мы рассмотрим в этом рейтинге. Современный дегидратор – это не просто сушильный шкаф, а умное устройство, делающее процесс сушки аккуратным и бережным. Только так можно сохранить полезные микроэлементы в целостности. А еще при выборе следует обращать внимание на вместимость, удобство, качество и, конечно, цену. Все эти параметры мы учли при составлении нашего топа, а ссылки на рассматриваемые модели вы найдете в закрепленном комментарии. Лучший выбор – это выбор покупателей. Но прежде чем перейти к обзору, рекомендуем посетить наш телеграм-канал. Там мы собираем и публикуем для вас самые вкусные скидки, бонусы и предложения от маркетплейсов и магазинов. А еще проводим свои розыгрыши, за участие в которых дарим подарки. Все подробности в нашем телеграме. А мы переходим к рейтингу лучших горизонтальных дегидраторов по цене и качеству. Такара GVC GK FD800. Стартует наш топ с недорогого, но функционально богатого дегидратора за 15 тысяч рублей, оцененного покупателями Яндекс.Маркета в 4,7 балла. Дегидратор от некогда популярного бренда JVC, давно зарекомендовавшего себя как производителя качественной и надежной техники. Эта модель не исключение, что хорошо видно по отзывам покупателей. А вот в техническом плане она несколько проигрывает конкурентам. Во-первых, производитель не указывает некоторые важные данные. Мы ничего не знаем о максимальной нагрузке, уровне издаваемого шума и точного размера поддонов. В случае необходимости придется подбирать их самостоятельно, что не совсем удобно. Во-вторых, это довольно слабая техника с невысокими данными. Ее мощность всего 650 Вт, а вместимость камеры 13 литров. Если вы заядлый дачник, придется производить дегидрацию много раз из-за небольшой камеры. Зато есть сразу несколько режимов работы. Например, медленная или быстрая сушка, а также поддержание тепла в камере. К сожалению, все эти режимы ручные. То есть вы не можете выбрать программу для работы с конкретными продуктами. Просто меняйте температуру и длительность дегидрации. Для современной модели это явный минус. Зато многих покупателей привлекает размер машины. Из-за небольшой камеры она легко поместится на кухне, и ее не придется каждый раз убирать. В общем, отличный выбор, если вы не планируете высушивать продукты в промышленных масштабах, о чем часто пишут в отзывах те, кто уже успел попользоваться агрегатом. Сушилка проста в использовании и удобна в очистке, и занимает небольшое количество места на кухне. Работает тихо. Как включить, выбрать время и температуру, разберется даже ребенок. Все понятно и легко. Сушит равномерно, быстро. Шума от него практически нет. Через стекло в дверце можно следить за процессом сушки. Raw Meat Dream Vitamin DDV10. Вместительная сушилка с большим количеством поддонов за 25 тысяч рублей. Оценка от покупателей на Яндекс.Маркете – 4,7 балла. Raw Meat – это простая в управлении и вместительная сушилка с 9 поддонами, которые уже идут в комплекте. Также есть сетчатые лотки и емкости с бортиками. Как говорится, на любой случай жизни и для любых продуктов, в том числе мяса и рыбы. Правда, скоростью дегидрации машина похвастаться не может. Максимальная температура нагрева всего 70 градусов, то есть на полную сушку уйдет немало времени. При этом производитель ограничил таймер 19 часами, которых будет недостаточно, что не очень удобно. Зато не придется переживать за пластиковый корпус, который смущает некоторых покупателей. Так как дегидратор не нагревается до высоких температур, он не прогревает корпус и тот не деформируется. Также в комплекте вы найдете подробную инструкцию по управлению и книгу с рецептами. Впрочем, из-за отсутствия большого количества предустановленных программ, изучать аппарат вам вряд ли придется. Все интуитивно понятно и просто, а для наглядности каждая кнопка оснащена подробным рисунком. Покупатели высоко оценили этот дегидратор и оставили под ним немало положительных отзывов. Вот некоторые из них. Делали в нем и вяленое мясо, и сушили овощи и фрукты, а также пастилу. Пастила просто супер. Мясо великолепное. Кабачки. Вообще не подозревал, насколько они сладкие.
Внутреннее пространство и объем позволяет сушить продукты разного размера. Нет необходимости резать все в пыль. Самое главное – это объем. Очень тихая работа и удобство при загрузке. Каждый противень отдельно выдвигается, и можно, не трогая другие уровни, загрузить или достать то, что тебе нужно. Tinzida TZD12DGL. На третьем месте списка лидеров мощный дегидратор со средней оценкой от покупателей 4,7 балла. Средняя цена 18 тысяч рублей. Разные продукты сушат по-разному. Овощи и фрукты выкладывают на поддонах, а вот мясо и рыбу желательно подвешивать. И далеко не все дегидраторы имеют подобное оснащение. Хотя производители и указывают, что их аппараты подходят для обработки животных продуктов. Если вы тоже любите вяленые лакомства, обязательно обратите внимание на эту модель. Помимо 12 поддонов разной формы, у нее в комплекте есть крючки для подвешивания и силиконовые формы, а также щипцы, чтобы было удобно вращать или переворачивать продукты. Также покупатели отмечают очень тихую работу, хотя в документации указано 50 дБ, что является средним стандартом для таких моделей. Видимо, секрет кроется в герметичном корпусе. Дверца имеет дополнительные прижимы, поэтому не откроется случайно и не будет пропускать запахи. А вот вместимость могла быть и побольше. Номинально это 22 литра, что уже немало, но если подвешивать мясо, ее может оказаться недостаточно. А еще у дегидратора нет автоматических режимов, все придется настраивать вручную. Не критично, но по современным меркам не очень удобно. А вот что думают об этой модели покупатели, уже опробовавшие дегидратор в деле. Достаточно тихая, одновременно сушка большого количества фруктов, ягод, овощей. Запахи не смешиваются, можно вялить мясо и рыбу. Дегидратор довольно компактен и одновременно вместителен. Большое количество поддонов существенно ускоряет процесс извлечения влаги. Работает очень тихо, можно включать на ночь. В общем, все точно так, как в описании данного аппарата. Liebhoff FDR12. Вплотную подобрался к лидеру самый вместительный дегидратор в нашем рейтинге за 24 тысячи рублей. Средний балл на маркетах 4,8. Характеристики этого дегидратора выше всяких похвал, поэтому давайте по порядку. В первую очередь вместимость. 45 литров. Огромный показатель, в два раза выше, чем у большинства конкурентов. Второе. Широкий температурный диапазон. Максимальный нагрев дегидратора 90 градусов, а минимальный 20. Это позволяет обезвоживать любые продукты, в том числе плотное мясо. Также отметим тихую работу. По документам 45 дБ, и как пишут покупатели, машину можно смело оставлять включенной даже на ночь, и она не будет мешать спать. Правда, и без недостатков не обошлось, поэтому только второе место в нашем рейтинге. Например, очень маленькая допустимая нагрузка, всего 8 кг. Очень странный показатель, особенно учитывая огромный литраж сушильной камеры. А еще не получится выставить таймер больше, чем на 24 часа. Да, в большинстве случаев этого хватает. Но есть рецепты, которым требуется больше времени, и их придется отслеживать самостоятельно. В общем, модель определенно заслуживает внимания, поэтому и оценка на маркете такая высокая. Корпус и поддоны у него из нержавеющей стали. Не будут плавиться, в отличие от пластика. Модель отличная. Реальность превзошла ожидания. Легкий и достаточно компактный, выполняющий при этом множество различных функций. Покупали около 2 месяца назад. За это время ни одного недостатка не выявилось. Все точно так же, как было написано в заказе. Walmer JD500 Sahara. И, наконец, победитель рейтинга. Дегидратор всего за 23 тысячи рублей с оценкой от покупателей 4,9 балла. Эта модель полностью оправдывает свое название. Сахара, температура внутри которой достигает 75 градусов, причем очень быстро, так как мощность аж 850 Вт, и это самое высокое значение среди конкурентов. С ней вы забудете о том, что за процессом приготовления нужно следить и контролировать его. Производитель сделал 10 предустановленных режимов для разных продуктов. Сушить в дегидраторе можно буквально все, от трав и фруктов до мяса и рыбы. Если же вы не доверяете программам или имеете свой секретный рецепт, для вас ручной режим, который вообще не будет вас ограничивать. Температура регулируется в диапазоне от 35 до 75 градусов, с шагом в 5 градусов, что позволяет максимально тонко настроить свой режим. Даже, казалось бы, такой простой вещью, как таймер, производитель обошел конкурентов. Здесь он на 48 часов. А еще вам не придется взвешивать каждый кусок, чтобы не выйти за установленные весовые ограничения.
У данной модели допустимо загружать до 30 кг. И это еще один самый высокий параметр в нашем рейтинге. И, наконец, вам ничего не придется докупать. В комплекте есть аж 20 поддонов, среди которых сетки, емкости для пастилы и формочки для снеков. А еще удобная силиконовая прихватка и тряпочка из микрофибры для удобной очистки аппарата после работы. Стандартные же поддоны в количестве 10 штук выполнены из настоящей нержавеющей стали. Хватит на всю жизнь. Только имейте в виду, что мыть их в посудомоечной машине нельзя. Ну а для любителей понаблюдать за процессом сушки производитель предусмотрел окна с трех сторон. В общем, аппарат очень интересный и удостоенный самых положительных комментариев от покупателей. Просто спасение моего сада. Очень вместительный дегидратор, при этом не занимает много места. Хорошая машина. Уже делали пастилу. С автопрограммами очень удобно. Вот так распределились места в нашем топе, и кому отдать лидерство, даже не возникало вопроса. На первом и втором месте дегидраторы по всем показателям обходящие конкурентов, а победитель еще и самый удобный, так как имеет режимы автоматического приготовления и укомплектован огромным количеством полезной утвари. Правда, кому-то может показаться высоким их ценник, но если сравнивать, то они не намного дороже других дегидраторов из нашего списка. Впрочем, каждая модель заслуживает внимания, и главное, что их всех объединяет, это качество сборки. А на сегодня у нас все. Не забывайте смотреть наши обзоры, которые помогут вам не ошибиться с выбором. Ставьте лайк, если это видео было вам полезно. Подписывайтесь и не пропускайте новые интересные подборки товаров для дома и бытовой техники. А если вы хотите первыми узнавать о самых мощных акциях и скидках, подпишитесь на наш телеграм-канал.